Звонят в Ростове колокола. С 1928 года молчали они на Ростовской соборной звоннице. Были под запретом, как и везде. Лучшие мастера колокольной музыки собрались здесь со всей Руси Великой на второй всесоюзный фестиваль. Первый проходил в прошлом году в Архангельском музее-заповеднике Малые Карелы. В Ростове Великом звонят колокола, как 300 лет назад, как 100 и 200 лет назад. Звучит над землей голос 2000-пудового сысоя, сработанного в 17 веке мастером Флором Терентьевым. Звучат голоса еще 14 колоколов. Со времен военных походов царя Петра не раз над колоколами висела угроза быть перелитыми в пушки. Отстояли их люди. Как утверждают звонари, колокольный звон разгоняет тучи.